Ребят, ну вы понимаете, да, что это так, для себя побалдеть. Ставим дрифт колеса на 3x4 и посмотрим. Катаемся, точнее сейчас едем на 2S. Конечно же, свободные все мосты, понижены. Так едет. Так, проверяем. Освобождаем. И это аккумулятор 2S. Ну давайте посмотрим, дадим угла или нет. Посмотрите, да? Как выглядят порталы передние. Как выглядят порталы задние. Вот так вот. Ну и давай, давай. В общем, ребят, едем менять аккумулятор. 2S, тачка боком не едет. Ребят, ставим 3S. 3S полностью заряжены и... Место еще. Ну, хотя подожди, это разве? То есть вы на этих колесах на бездорожье не заедете и дрифтить не будете. Поэтому еще раз, тачка, которая предназначена для дрифта, не стоит ее эксплуатировать в трофе и наоборот. Но разворачиваться там знатно. Классный же гелик, да?